Анатолий Эдуардович, на какой стадии сейчас находится оформление документов на полигон и когда мы уже полноправно сможем использовать землю под строительство экотехнопарка? Ну, мы оформляем не полигон, а земли под тестовые участки. Сейчас идет оформление передачи земли нам, потому что процесс этот непростой. Мы уже более чем полугода занимаемся этой работой, потому что любая земля имеет собственника, любая земля имеет назначение. Допустим, есть сельхозземли, значит, они для выращивания сельхозхозяйственной продукции. Есть земли лесхоза, там, значит, растут леса. Есть земли резерва и так далее. Поэтому нам нужно сменить собственника земли, нужно сменить назначение земли. И поскольку мы берем земли недалеко от столицы Беларуси, Минска, то эта земля, ну, как бы более значима, и процедура отведения более сложная. Потому что в перспективе город раздвинет границы до этого участка, где мы берем его для тестовых, вот, для тестовых испытаний нашей системы. И пришлось даже менять генплан города, потому что в генплане города эта земля как рекреационная, как для отдыха и резерв. Да? И вот эта процедура закончится только в июне месяц. И все равно должна быть процедура проведения через конкурс. Естественно, мы уже работаем на этой земле, мы уже вкладываем в нее деньги, потому что рядом сети, это место очень удачное и хорошее. И мы хотим там построить экотехнопарк. И в июне, когда земля будет наша, мы уже выйдем на площадку.